за моей спиной тетя живет возле Макдональдса. И прекрасно себя чувствует. Я сейчас камеру поверну. И увидите, как замечательно можно жить. Сразу и питание, и туалет. Вот, пожалуйста, американский. Вот что бывает в Америке, если не успел выплатить ипотеку. Обратите, пожалуйста, внимание, все граждане Российской Федерации, которые платят ипотеку, пожалуйста, посмотрите, как замечательно и счастливо живут американцы, платя ипотеку. Задумайтесь. Вот такая замечательная картина. Наша машинка. Девочки, машинка. И Макдональдс помогает всем.